Привет, спортсмен! А ты любишь голливудские боевики или фильмы про супергероев? Я вот обожаю. А ты помнишь, какие невероятные трюки исполняют в этих фильмах каскадеры? Иногда кажется, что подобное повторить простому человеку просто невозможно. Но это не так. Чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на выступления трикеров. Стало интересно? Давай пробовать. Трикинг — это спортивное направление, которое связывает в себе элементы из акробатики, элементы из боевых искусств, элементы из танцев, брейк-данс, например, или хип-хоп. Также тут есть индивидуальные элементы, которые были придуманы в самом трикинге, которые используют вообще в разных сферах других спортов, в фигурном катании, в балете, в еще других танцах. Поэтому трикинг — это индивидуальность и безумие. Для новичков, которые хотят начать заниматься трикингом, я могу сказать только не бойтесь. Вы увидели где-то, как кто-то прыгает, не бойтесь подойти, спросить и сказать, что я хочу научиться так же. Потому что большинство людей очень зажимаются и боятся говорить, что они хотят так научиться. Поэтому трикинг у нас очень плохо развивается и тяжело его продвигать. Смотри, 5 и кулачок. Все, супер. Смотри, давай сейчас научимся сначала из трикинга базовый заход. Называется скут. Смотри, выглядит он у нас вот таким образом. Мы садимся на одно колено, ставим правую ногу. Левую руку ставим, на полу пальцы поставили. Левую ногу нужно просунуть у нас между рукой и ногой. Просовываем вот сюда. И теперь поднимаемся на ней, прокручиваемся. Вот сюда вот. Отлично, аккуратно. Во, это было супер. Теперь попробуем сальтовый элемент, заднее сальто. Мы его сейчас научимся сделать. Смотри, первое подводящее. Мы руки держим вот здесь по швам. Отмахиваем назад. Присели и прыгаем просто вверх, смотрим перед собой. Вверх. Раз, два. Отлично. Теперь смотри, прыгаем так же и наклоняем плечи, чтобы прям как будто уже падаешь на спину. Я тебя за плечи поддерживаю. Давай, раз, два, три. Отлично. Давай еще разок. Бомба. Смотри, теперь так же. Выпрыгиваем, тянем плечи назад и подтягиваем к себе группировку. Не сильно резко, но колени тянем к рукам. Не руки к коленям опускаем, а колени к рукам тянем. Понятно? Да, пробуем. Ты опустила вот это, руки к коленям. Только колени тяни к себе и не сильно резко. Во, отлично. Теперь нам нужно схватить группировку за коленки. Группировку хватаем не узко, а немножко пошире, чтобы коленка себе не зарядить ни в глаз, ни в лоб, ни в щеку. Давай, пробуем. Отлично. Махаем руками, группируемся и напрягаем ноги. Уже лучше. Руки теперь отсюда. Оп, и к себе. Плечи подняли. Трикинг – это спорт для ярких и смелых людей, и здесь нет установок и ограничений. Ты можешь делать любой динамический элемент и назвать это трюком. Правильного и неправильного здесь нет. Все, что тебе нужно – это воображение и решимость, а также определенные физические навыки, которые ты можешь развить путем регулярных тренировок. Так что вперед на тренировку!